В предстоящую субботу, 15 сентября, пройдет, пожалуй, самое массовое спортивное мероприятие в стране – всероссийский забег «Кросс-нация». Чебоксары присоединились к акции еще в 2004 году, а с 2009 участвуют все города и районы республики. Для тех, кто будет участвовать в столичном забеге, в этом году есть ряд новшеств. Мы стартовать будем у монумента матери и дальше перейдем на новую московскую набережную. Мы хотим горожанам предложить новую дистанцию для массового пробега. На этой дистанции награждений не будет. То есть дистанция для всех желающих, но без награждения. Длина массовой дистанции – 3 километра. Время старта – 12:00. Регистрация участников начнется с 8:30 утра. После массового забега начнутся старты для детей. Их дистанция – 1,2 километра. Спортсмены стартуют с 12:45 до 14 часов в зависимости от пола, возраста и длины дистанции. Как и в прошлые годы, они бегут через Певческое поле. Программа и подробная информация на сайте Министерства спорта, а внизу под специальным баннером. Ольга Пырочкина, Мальвина Петрова, Александр Петров, Республика.